Привет! Мы хотели сделать для вас обзор наших новых аксессуаров, которые будут в акции активности, в акции по рекрутингу, чтобы вы понимали, что, собственно говоря, вы будете получать. А получать вы будете просто фантастические подарки, просто фантастические, реально, которые будут помогать вам быть самыми модными девочками в этой стране и, в принципе, наверное, в мире. Итак, давайте посмотрим поближе. Вот эта сумочка. Она за двух квалифицированных рекрутов. Вы дальше посмотрите условия программы, вы поймете, что это. Сейчас я хотела показать, из чего, как она выглядит. Итак, сумочка, вот видите, да, она такая перфорированная, выполнена из такого полиуретана, очень приятная на ощупь. Застежечка вот так вот открывается, и ну, вот эта сумка, да. Что из чего она состоит и, собственно говоря, как она выглядит. Сумка достаточно вместительная, видите, вот такая вот она большая. Есть дополнительный отдел вот такой. Есть два отдела, куда можно положить там ключики, мобильный телефон и отдел на молнии. Также есть дополнительная шлейка для того, чтобы удобно было носить. Сейчас мы ее оденем, и тогда уже будет видно, как это смотрится. На что хотела обратить внимание. Смотрите, сумка, она выглядит как дамская, такая вот маленькая, да? То есть очень хороший по размеру, если смотреть, да, то есть она небольшая, не маленькая, но сюда помещается реально очень много. Например, мой ноутбук. Не знаю, много ли из вас носит ноутбуки, для меня это вообще актуально, поэтому я всегда как бы меряю свои сумки по размеру, вмещается ли туда ноутбук. Сюда помещается, ну, каталоги вообще легко заходят, абсолютно. Записные книжки, которые вам нужны, косметички, кошельки. То есть она реально вместительная и при этом выглядит как дамская сумка, а не как мешок, который мы привыкли с собой носить. Теперь, если смотреть, вот мы давайте ее закроем. Теперь давайте попробуем сюда приладить вот эти вот ремешочек. Как он будет смотреться, если, например, ее повесить на плечо. Видите, довольно элегантно, симпатично, такая вместительно и удобно, и руки есть, можно, чтобы были свободны. Кто любит носить на руке, она будет отлично смотреться и на руке. Так, идем дальше. То есть это что касается этой сумки. Два квалифицированных рекрута, и вот эта сумочка у вас есть в подарок гарантированно. Следующее, что я хотела проговорить, это то, что мы получаем за 4 квалифицированных рекрута. Итак, это вот такая сумка. Сейчас я вам ее покажу поближе. Давайте посмотрим. То есть она, видите, как бы здесь нет ничего. Она вместительная, можно использовать как вам угодно. Но здесь есть специальное отделение, которое будет закрываться. Да? То есть для ваших самых сокровенных вещей, которые вы не хотите показывать или которые хотите спрятать под замочек. Вот есть такая очень красивая косметичка. Вот она прям принт, видите, такой летний, красивый, модный принт. Ну и сама сумка, она перфорированная, как и вся коллекция. Очень симпатично смотрится для шопинга. Если посмотрите, вот таким образом она выглядит. То есть модно, можно сделать модный шопинг. Итак, это за 4 квалифицированных реплика. Теперь что мы получаем за 6? За 6 мы получаем вот такую дорожную сумку, она вообще потрясающая, если честно. Потому что она очень вместительная. Вот реально очень вместительная сумка. Если у вас есть маленький ребенок, вы хотите сэкономить на дороге, он легко сюда поместится. Шутка, конечно, не надо туда детей садить, но смотрите, какая она вместительная. То есть она очень большая. Здесь есть еще дополнительное отделение на липучке фиксируется. Здесь есть еще одно отделение для там, ключей и небольших мелочей, которые нужно держать под контролем. Она застегивается на замок. Также есть, видите, такие фиксаторы, то есть можно немножечко уменьшить. Если вы понимаете, что для вас объем, ну, хватает объема, можно уменьшить, и она будет выглядеть чуть-чуть компактнее. Есть специальный ремешок, который отстегивается, его можно надевать на плечо. И очень удобно, особенно те, которые путешествуют там, с чемоданами, то есть это не основная сумка, а дополнительная, есть вот такой вот дополнительный ремешок. Он надевается на чемодан, о котором как раз сейчас и поговорим. Вот мы как оденем, да, на этот чемодан. И если вы стоите в аэропорту в ожидании очереди, там пока на регистрацию, удобно будет не держать ее в руках или не ложить на пол.
Теперь это у нас 6 квалифицированных рекрутов, вот эта сумочка. Итак, теперь что нужно сделать, чтобы получить вот этот чемодан? Чемодан, мне кажется, это вообще мечта каждой девушки. Иметь такой компактный чемодан, и чтобы он был такой действительно красивый. Очень красивый аквамариновый цвет. Вообще коллекция называется аквамарин. Такой модный летний цвет сейчас. Очень актуальный. И вот этот принт, он очень освежает коллекцию. Ну, реально вас будет видно издалека. Давайте посмотрим, как он выглядит внутри. Чемоданчик наш. У нас 4 колеса, очень удобно для путешествия. Откроем, если открыть, то достаточно вместительная емкость для вещей, плюс держатель. Для ручной клади, по-моему, просто идеальный размер. Также есть вот такой карманчик небольшой, чтобы укладывать какие-то вещи, которые не хотите, чтобы в чемодане тряслись. И если посмотреть на вот это, да, то есть это вот маленький карманчик, он выглядит на самом деле ну, как маленький, но он глубокий, вместительный. То есть если посмотреть, в него очень много входит полезных вещей, которые не вошли в основное отделение. И хотела тоже еще раз показать вам вот такие вот очень прикольного цвета аксессуары, да, то есть они вроде такие небольшие, но очень гармонично с вот с этим цветом сочетаются, с розовеньким. Поэтому такая прям стильно-стильно получается. Так, если говорить о нашей рекрутинговой компании, тогда что у нас получается? У нас получается чемодан. Мы можем получить за 5 рекрутов, которые прошли 4 шага стартовой программы. За вот эту дорожную сумку мы получаем, если у нас 6 рекрутов, которые прошли 1 шаг стартовой программы. Видите, такой комплект прям получается. Вот эту сумку за 4 мы получаем. И вот эту сумочку за 2. Великолепно. Можно прям ехать в путешествие, отдыхать уже с готовым комплектом аксессуаров. Но это еще не все. Потому что у нас, кроме акции по рекрутингу, есть акция по активности. И наша акция по активности очень коррелирует вот с рекрутинговой акцией. Потому что у нас есть здесь кошелек и сумочка такая, сумочка-клатч. Кошелек мы получаем, если размещаем в каталоге номер 8 суммарно заказ на 60 баллов. Размещаем заказ на 60 баллов, и в 9 каталоге можно приобрести этот кошелек всего за 6,99. Опять же, такая же перфорированная отделка на замочке, мягкая, вот мягкий, реально приятно, очень приятно в руках держать. И если смотреть, здесь есть 2 основных отделения, отделение вот для кредитных карт и такое на замочке для всякой мелочи, да. То есть вот такой кошелек. И клатч мы получаем, если в каталоге 8 и в каталоге 9 мы размещаем суммарные заказы на 60 баллов. То есть и в 8 или и в 9. Клатч вообще очень прикольный. Вот такая золотая подкова на нем. Тоже в зеленом цвете. Вот есть такой дополнительный элемент. Можете завязать его как хотите. В принципе, как бы по вашему настроению, по вашему желанию. Можно носить как клатч, можно носить как сумочку небольшую через плечо, потому что есть специальный ремешок для этого. И давайте посмотрим, что внутри. Она такая, то есть кошелек, например, сюда реально входит. Вот так вот, видите, то есть кошелек можно положить, там телефон, помадку. Ну, то есть понятно, что вы сюда много чего не положите, не вместите, но все, что необходимо, сюда вмещается. И есть карманчик вот такой, есть карманчик на замочке, чтобы спрятать что-нибудь. И, как я уже сказала, у нас цепляется ремешок, мы можем прицепить. Давайте посмотрим, ага, вот сюда. У нас ремешок можно прицепить, и тогда будет это, ну, свободные руки, удобно, красиво. Здесь магнитные застежки. Ну, так вам удобно, можно носить эту сумочку. Сумочка-клатч. Итак, что нужно сделать? В 8 каталоге 60 баллов суммарный заказ, и мы покупаем такой кошелек за 6,99, каталоге номер 9. И если мы размещаем в каталоге номер 8 и уже получили свой кошелек, и в каталоге номер 9 суммарный заказ на 60 баллов, то за 9,99 мы можем приобрести вот такую сумку-клатч.
Итак, мы с вами сделали такой небольшой экскурс, да, в наши аксессуары, для того, чтобы быть модными этим летом. И давайте с вами проведем активное лето и будем самыми модными людьми на этой планете, потому что мы будем все в такой красивой, цветовой, аквамариновой гамме и поражать всех людей вокруг, у которых нет этих сумочек и нет этих аксессуаров своим стилем.